феврале 2014 года Россия впервые принимала зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Задача – стать событием номер один в цифровой среде, предоставить уникальный пользовательский опыт. Проблема – видеотрансляции в сети от официального вещателя, много известных альтернативных источников информации, конкуренция с телевидением, решение – «Голос игр». Эксклюзивные материалы с места событий. Самое интересное короткой строкой. Самые подробные результаты в режиме реального времени. Инфографика. Уникальная визуализация выступления каждого спортсмена. Максимальная интеграция с соцсетями. Результат. Более 600 миллионов просмотров. Более 130 миллионов человек посетили сайт за время игр. Более 5 миллионов человек посещали сайт ежедневно. Более 175 тысяч человек одновременно были на сайте. Более 90 тысяч запросов в секунду. В среднем более 5 минут пользователь оставался на сайте, что на данный момент является рекордом для олимпийских сайтов. Зимние, горячие, наши –